Итак, здравствуйте. Так, участвую в событии, конечно, посидеть. 11 дней осталось. Ага, допустим-то. Давай ж, подключайся. Ага. Так, а ну пошли отсюда, нубы. А ну разошлись, нубы. Царь и бог пришел Майнкрафта. Так. Значит, у нас поиск событий. Значит, мы выполнили все, кроме вот этого вот, список испытаний. Решено головоломок 3 из 7. Значит, так, нубы. Так. Сначала идемте. Я вам покажу, что надо делать. Так. Значит. Так. Подарок мне сунули. Тортик. Ага. Пригодится потом. Может быть. Кстати. Значит, первое, что надо делать, это... Что они тут делают? Нубы эти. Ладно. Погнали. Сейчас я... Пицца. Я хочу пиццы. Так, короче, идемте в эту сторону, в общем-то. В общем, идем в эту сторону. Еще за одной, знаете, что? Зайдем в магазин, кстати. Идемте. Значит, покупаем здесь мы с вами у хлопушек 3 штуки покупаем. В общем-то, если вы косорукие, то 4 надо купить будет. Но если вообще косорукие, то 10. Ага. Так, это во-первых. Ничто меня не ждет, отстаньте от меня. Как что лагает тут? Значит, оп, погнали. Короче, первое, что надо делать, значит, идемте посмотрим, что там по заданиям есть у нас. Сейчас я вам... зачем, кстати, зачем мы шли туда? То есть мы с вами вышли. Надо было там и оставаться, кстати. Сейчас, после по лифту надо было подняться. Сейчас. Короче, минуточку. Сейчас вернемся в сторону магазина идем. Значит, вот. Возвращаемся обратно и в лифт идем. Так, здесь у нас... тут у нас находится... Здорово. Нуб. Короче, тут у нас находится вот такой вот... Как его называется оно-то? Испытание таинственной пещеры. 7 головоломок. Вот такая вот. Потом вот такая вот. И потом вот такая вот. Да. А 4 пока что закрыты. Он типа рисует. Он типа рисует, что надо сделать. Давай быстрее, шевелись. Шевели педалями, конь педальный. Короче, давайте я по порядку что нам расскажу. Что надо делать? Это вообще легкое. Идемте на старт. Короче, идемте на старт. На самый, так сказать, старт идемте. Ага. Так. Полетели у сюда вот. Остановимся у сюда вот. Куда-нибудь вот сюда вот. И нажимаем буковку что? Буковку... подожди. Ой. Так это что это мне дали? Шарики. Нажимаем что там было? Б? Нет, не Б, извините. Надо на Б нажимаем. И у меня вот такая вот эмоция. Ой. Сейчас, минутку. Вот так вот надо сделать здесь. Да ёпрста, кто это делает? Короче, и вы первую загадку разгадаете. В общем-то, нажимаем на Б. Русское И, если что. Вот. Вот такая вот эмоция. Вот сейчас я вам... бесплатные шарики гелевые. Окей, допустим-то.
Один раз, короче, надо вот такое делать, еще будет окей. А, погнали дальше. Не обязательно много раз это делать, я просто показал. А, вторая. Да ё-моё, хватит мне сувать всякую хрень. Ладно, возьмем. У меня полные карманы будут. Значит, обновление Энда, да, будет следующее? Да? Правильно? Окей. Если что, я вам это самое... Если что, никому не скажу я, что следующее обновление Энда. Так, значит. Погнали, следующее. Берем карту телепорта и телепортируемся в Sand of the Time. Телепортируемся. Ё-моё, там было 666-й. Цифра, 36-ёрочки была. Вот это никнейм. Потом берем в руки хлопушки. Да, окей, хлопушки берем. И идемте вот. Сначала идемте. Короче, вот к этому вот. Подожди, где это было? Сейчас, минутку, где он? Чтоб вам не сбиться. Как вам лучше показать это? Так, значит. Вот идемте вот сюда вот сначала. Вот сюда вот идемте. Вот, тут один находится здесь. Становимся вот сюда вот по центру. И активируем хлопушку. Да? Потом идемте дальше. Это один. Раз. Потом идемте. Ищем еще одного. Ищем еще одного. Вот. Один там находится. И еще один вот там вот находится. То есть нам нужно подняться сейчас наверх. Сейчас я посмотрю, где тут поднимается наверх. Хорошо. Подняться можно. Вот по лифту, кстати. Поднимаемся по лифту. Вот. Идемте вот сюда вот. Наверное. Если что, я, наверное, я правильно показываю. Наверное. Или неправильно. Вот. И проделываем то же самое, ребята. Вот. Становимся вот сюда вот, по центру. И активируем хлопушечку. И идемте. Ищем третьего. Подожди, а где у нас третий был? Подожди, где у нас третий? Я не вижу. Подожди. Так. Минутку, а где третий? А, третий здесь был. Вот он. Вот он. Третий. Идемте сюда. Вот и третий. И делаем то же самое. Вот так вот. Становимся буквально по центру и хлопушечки вот так вот активируем его. И мы разгадали вторую загадку. Это было очень легко. Дальше, ребята. Так. Погнали. Так, следующая загадочка. Но дальше будет сложнее. Дальше идемте. Вот, у нас стоят эти самые. Да, стоят они тут. Идемте в эту сторону. Идемте в эту сторону. Видим, у нас уточка тут. Значит, идемте к уточке. Вот, идемте к уточке тут. Значит, мы с вами делаем вот так вот. Оп. Сейчас мы сначала вот так вот разгоняемся. Вот так вот разгоняемся. И люк открывается, кстати. Сейчас они все пройдут. Вот так вот разгоняемся. Вот так вот. И люк откроется. Вот так вот. Вот, люк откроется. Люк откроется, и мы с вами упадем сюда вот. Здесь у нас будет лягушки. Надеюсь, не надо будет искать вот этих вот лягушек различных. Потом бегать. И вот этих вот аксолотлей, надеюсь, не надо будет по всей карте бегать искать. Ну, дальше самое трудное, это паркур. О, кстати. Окей. Я уже один раз прошел. Я, короче, устал очень сильно. Я паркурщик еще тот.
Короче, ну что-то на записи очень хорошо получается у меня, но когда я первый раз проходил, у меня вообще не ахти получалось-то. Даже что-то подвисает, кстати. Блин, видите? Не получилось-то. Как-то было. Не получилось, не фартануло. Опа, кстати, а я не заметил, что тут вот это вот есть. Ой, опять не фартануло. Не повезло, не фартануло так. Надеюсь, не надо будет точно искать вот этих вот. По всей карте бегать. Потому что это будет печально. Тут опять тоже паркур. Это легко делается. Тут еще паркур. Это не обязательно тыкать по этим. Я просто... Ой. Просто тыкаю. Да ё-моё. Чтоб тебя. Это самое... Да. Да, я еще тот... тот самый паркурщик. Значит... Да, если бы не подвисало бы так страшно бы. Или это у меня... Потому что я О, кстати, я не видел. Вот это вот я не видел. Или я потому что записываю, так подвисает. Непонятно. Или тут слишком много народу. Да, ладно. Короче, я пройду. Как там было? Да, чтоб тебя. Вот. Прошел. Дальше тоже легко. Уже должно быть. По идее. Вот. И... Паша, почему здесь? А почему портал так стоит? Интересно. Это же... Это самый Stronghold. Правильно? И... просто... Плывем наверх, и мы выполнили с вами... Как его называется-то? Это у нас 3 загадки. Правильно? То есть, и мы выполнили с вами 3 загадки уже. В общем-то, вот... Так сказать. На этом вроде бы и все. Список испытаний. Вот. В общем-то, на этом пока что все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем, ребята, пока.